На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей о главных событиях Ненецкого округа расскажут наши корреспонденты. В Усть-Илимском районе Республики Коми введен режим чрезвычайной ситуации. Там уровень воды в Печоре уже на протяжении недели превышает критические отметки. Пик паводка случился в республике на выходных, сейчас вода начала спадать. Большая вода в соседнем регионе влияет на паводковую обстановку и в нашем округе. Об этом по телефону нам рассказал начальник главного управления МЧС по НАО Вадим Мазур. Ну, вода поднимается, но динамика такая, что в республике Коми рост воды приостановился на наших границах, и, скорее всего, сутки-двое вода будет падать. По тем, если есть где-то потопленные территории, пока все на контроле держим, созваниваемся с главами муниципальных образований каждые 3 часа. Пока проблем каких-то серьезных нет. О том речь не идет, что кому-то нужно оказать помощь. По городу могу сказать, что ситуация стабилизируется, и такой уровень, скажем, далек еще от неблагоприятного. Что касается округа, то Великовисочная, там есть некоторые придворовые территории, которые попали в некоторое подтопление. Но опять-таки проблем нет, глава на связи. По всем временным и постоянным постам территории Ненецкого округа от Тошвиски до Осколкова отмечается подъем уровня воды за сутки на 5-14 сантиметров. По гидрологическим прогнозам, в ближайшие дни ожидается достижение уровня воды неблагоприятных отметок на реке Печора. 1-2 июня в Уксино вода может подняться до отметки 720-740 сантиметров. Сейчас вода там на отметке 729 сантиметров. Максимальные уровни ожидают 3 июня и в Нринмаре. Вода может подняться до отметки в 550 сантиметров. Сейчас на посту в районе Городецкого шара уровень воды достигает 518 сантиметров. Пожаром закончился выходной в доме 24 по улице Авиаторов. На первом этаже горела квартира. На клубы черного дыма сбежались люди и вызвали пожарную службу. В квартире на момент пожара находился мужчина. Хозяин квартиры удалось спасти. Сегодня он находится в санучреждении. По предварительным данным отдела надзорной деятельности МЧС Ненецкого округа, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарные машины выезжали по адресу 2 раза с промежутком в 20 минут. Первый раз горели занавески, подоконник и линолеум возле окна. Очаг возгорания мужчина потушил самостоятельно. Во второй раз загорелся диван. Справиться с ним горе-пожарный уже не смог. Что же стало причиной пожара, было это преднамеренно или случайно, пока неизвестно.